Всем привет, поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы именно в наступающем году вы приобрели ту машину, которую вы долго мечтали. А мы находимся на авторынке в дешевой части по многочисленным просьбам. Сейчас посмотрим, поснимаем, что почем. Краткий обзор. Также вы можете поддержать канал материально на приобретение камеры, микрофона, стабилизатора. Ссылку на карточку я укажу в описании. Буду премного благодарен. Ну что ж, поехали, посмотрим, что почем, какие цены в Алма-Ате. Данный Гольф у нас стоит 1 498 000, 1.8 на хорошей зимней резине, лихоспланные диски. И коробка у нас механическая, но машинка подготовленная капитально. По кузову все огрехи убраны, видимо, свежепокрашены. Дальше, Audi сотка в темном цвете. Стоимостью 1 500 000, 93 год, на автомате. И этот диктор, блин, сегодня будет очень долго громко вещать. Nissan Цефира белая. 1 700 000, двухлитровая, на автомате. 2 литра, наверное, маловато, все-таки большая машина. Кстати, тоже вот хорошая зимняя резина. В приличном состоянии. А тут арка ржавеет. Цифирик неплохой. Бесплатный звонок с любого автомобиль мобильного. Максима, так Nissan, посвежее года. Также на автомате 1 850 000, трехлитровая. Ну вот 3 литра это уже то. Правда, как минус, много бензина, наверное, жрет. Небольшие подсумки на капоте. А рядом у нас Nissan Премьера. Цены, к сожалению, нету, неизвестно, сколько стоит машина. Ну, цвет интересный, такой яркий. Зеленый, что ли, какой-то зелено-желтый. Прикольный цвет. Mitsubishi Delica, также ценника нет, описания нет. Mercedes в 124-м кузове, 850 000, 97-го года, на механике. Эта машина закрыта, хотя вроде открыта, но ручка что-то не открывается. Здесь небольшие коцунки, шпаклевка полопалась. Проценты по нашим кредитам. Кстати, интересно, у Мерса сделан знак. Теперь вы можете получить. Где-то у меня дома штук 5 таких валяется. Даже на один день. Старых машин. Отрядная шестерка. Рядом у нас Audi 80-ка за 1 300 000. 99-й год. 2006 года. О, 93-го года. Блин, я уже заговаривался, извиняюсь. Кузове универсал. 77-88. Такие сиденья у нее с боковой поддержкой. По мотивам спортивных. Рядом у нас еще одна Audi за 1 150 000. 2.3. Механика 92-го года. И кто-то тут колпаки потерял. Оставил. Дальше у нас Mercedes 124 кузов, 1 392 000 года, на автомате 2.3. Subaru Forester. Вот эти субарики мощные с точки зрения проходимости. 99 год, 2.5 000 000, автомат. Диски, резина, все в порядке. Рядом Mitsubishi Pajero, Pajero коротыш. Цена 1 650 000 за дизелек. Toyota Camry 20-ка, 2 397 000 год. Очень востребованная машина на автомате. Ну, машинка закрыта. Camry. Хорошая, большая, мягкая, комфортная и очень востребована на вторичке. Всегда легко продать. 2 300 000. Nissan Цефира новенькая. Но, к сожалению, без ценника. Рядом у нас тут еще. Цефира с 2 000 000. Лада за 1 513 000 год, 1.6 на механике. Черная Лада. Ох, ничего себе. Нива. Удлиненная. Первый раз на авторынке вижу. Она вообще классно выглядит.
Прям бодрячком ее бы помыть, она вообще была бы еще сияла. Данная у нас машина стоит 2 миллиона, 12 год, 1,7 на механике. Нио, Нио. В отличном состоянии. Цена 7 миллионов 500 тысяч тенге торгуем. Интересный такой внедорожник. Телефон 8700-260-2352. Ну и она удлиненная, выглядит прям здорово. 52. Внимание. Продам. Срочно, срочно. Или поменяем. Самосвал. Нива, Нива. 2010 года выпуска. 25-тонник. А вы что думаете, напишите в комментариях. Но она там прям такая. Ставьте лайк за него. 4 200 000 за 2 миллиона. Дальше у нас еще отечественный автопром, так сказать. Лада 12 года Гранта за 1 650 000. 1,5-литровая. Лада, он даже с электропакетом. Лада Гранта. На удивление, они тоже очень хорошо расходятся, востребованы. Ну, и соотношение цены и качества неплохое. И тоже бьют рекорды по продажам именно новых автомобилей. Один хозяин ехал. Еще один хозяин, вообще здорово. Это ухоженная машина, ничего не надо, только есть. Круто. Дальше у нас Toyota, 1 800 000, торг 99 года, 2 литра, механика, дизель. Дизель редко, еще и с левым рулем, обычно такие праворульные. Но машинка такая, неплохая. Рядом у нас Mazda за 1 750 000, 2001 года, 1,8, механика. Маздочка. Тоже очень интересная машина. Ну, у меня все машины интересные. Значит, автолюб, все машины люблю. Так, Toyota Camry, 1 650 000. Там десятка, трехлитровая, ну 3 литра вообще. Ну и по кузову ее прям, видимо, недавно освежали. Прям наполированная, свежепокрашенная. Ну здесь такие небольшие сколы. Ну, года, в принципе, все это мелочь. Прям хорошенькая камрюшка, еще на кожаном салоне, с рейлингами, диски. И там прям люди засматриваются. Но она действительно так неплохо выглядит, камрюха. 1 650 000. Внимание, уважаемые автолюбители. Тойота. 3 200 000 или 1 200 000, как цена непонятная. 2004 года. Наверное, 3 миллиона. Дальше у нас Toyota Carina 1,6, механика, но цена не указана в объявлении. Subaru 1 296 000 года, 2 литра на автомате. Сегодня прям действительно очень много универсалов. Большая ржавчина на пороге. Ну, в принципе, бывает. Рядом еще один универсал, Toyota Avensis. Что-то у него прям покрасили, так не очень. Видно невооруженным глазом. За 2 миллиона, 1,8 на механике, прям левую бочину прям плохо-плохо покрасили. Ну, здесь машины, конечно, все многие крашены. 95-й год, Audi 1 200 000, 1,8 на автомате. Ну, года. Дальше еще один Subaru. 1 470 000, 95-й год, 2,2 на автомате с кожаным салоном. Минивэн. 1 750 000, 92-й год, на механике, 2,4. Минивэнчик. А, к сожалению, ручка отсутствует на задней двери. Mazda 750 000, 92 года, 2 литра механика. Капот весь прям он перекоцаны, покоцаны. Зато недорого. Задний бампер тоже покоцан. Еще ее по-жесткому закрепили на саморез Hirax. Жесткий ремонт. Рядом Toyota Carina.
Toyota Carina. Вон. Внимание. С отверткой в двери. Фиксатор. 1 250 000, 93-й год на механике. Теперь вы можете получить кредит. Toyota Camry. Правом вождении. Даже на 1 150 000. 92-го года. Требуется ли крыло, дверь. И задняя дверь такая же коцанная. Сзади тоже все такое покоцанное. Трехлитровое. Бесплатный звонок с любого Камрюха. Мобильного на номер 7788. Ну, тем не менее, очень востребованная 88. Машина. Даже в таком плачевном состоянии. Внимание, скорее всего, кто-нибудь ее возьмет. 1 150 000 за такую Камри. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну, поехали дальше.